Привет! И сегодня я хочу рассказать вам о разминке перед вашей тренировкой. Потому что многие меня спрашивают, нужно ли делать разминку перед тренировкой, перед силовой тренировкой. Я говорю, да. Обязательно разогрев на любом кардиотренажере. 5-10 минут достаточно, просто легкая пробежка, проходка, то есть чтобы ваша кровь быстрее двигалась. Теперь, если вы будете тренироваться, делать силовую тренировку, я рекомендую вот такую очень легкую, простую разминочку. То есть начинаем обычно с движения руками вперед. Делаем 10 повторений вперед. Очень хорошо разогревает плечики, ручки, грудные мышцы, спинку. Теперь ручки здесь, идем в стороны. Теперь наклоны в стороны. Теперь вверх потянулись и вниз. Десять раз. Теперь руки на бедра и вперед. Бедра разогреваем. Five. В другую сторону. Теперь ножки поставили вместе, чтобы меньше было проблем с коленами. Стараемся разогревать коленки тоже. В одну сторону, в другую сторону. И немножечко ступни ног, чтобы тоже при тренировок ног не было никаких травм у вас со ступнями. И вот такую маленькую тренировочку вы можете, разминочку, делать перед каждой силовой тренировкой. Попробуйте!